Делегация Ленского района посетила сельскохозяйственные объекты Алёкминска. Все подробности у Елены Фаст. Казалось бы, продвинутых соседей ленчан удивить сложно, но животноводческий комплекс в селе Инкюрь, а точнее результаты работы коллектива, искренне заинтересовали всю группу, без исключения. Вся работа налажена, такой хороший коллектив, все. Руководство такое знающее, болеющее за свои, как бы, хозяйства. Хотелось бы то же самое у нас, чтобы было. Цель поездки, заметил Валентин Андреевич, как раз сельское хозяйство. Принципы работы всего механизма. Наиболее удивительным гости признали то, что району удалось сохранить хозяйство, более того, вывести его на этот уровень. Ведь сейчас в кладовой надои остаются практически на уровне летних. Продуманная цепь переработки – молочка, сыр. Радует, что в Алёкминском районе существует до настоящего времени и не пропали вот в 90-е годы вот такие крупные предприятия, вот как кладовая Алёкмы, да, с цехом по переработке молока или с молочным заводом, где достаточно широкий ассортимент. Не просто экскурсии обозначили ленчане эту поездку. Если производственный потенциал еще сомневался в инвестировании средств в сельское хозяйство, то результатом стали уже видимые планы. Руководство уже поняли, что у нас будет смотрим в дальнейшем развитие сельскохозяйства в Ленском районе. Раньше она как была сельским, последние годы, сельского как район, последние годы, ну, как вот, 20 лет смотрим как промышленный. Ну, поэтому мы хотим ориентироваться сейчас на сельское вот сейчас. Поднять сельское. Да, поднять сельское хозяйство. Елена Фаст, Максим Копылов, НВК Саха, Алёкминск.